По статистике недельной давности, Бердск был в лидерах по несоблюдению масочного режима среди муниципальных образований Новосибирской области. Губернатор поручил руководителям профильных министерств усилить профилактические мероприятия. В связи с этим заместитель министра транспорта лично проводил проверку в бердских маршрутках и автобусах. Сегодня прошел очередной рейд с участием регионального руководства. Проверяющий чиновник отметил, что время профилактики и уговоров завершается. Дальше уже будут применяться кардинальные меры. Результат, конечно, есть. Не все водители относятся так, как было, так же, как было отношение на прошедшей неделе. Уже чувствуют свою ответственность. Ну и пассажиры в большинстве своем используют маски при проезде в транспорте. Сейчас есть перевозчики, у которых 100% масочный режим обеспечен. Хочу сказать спасибо таким организациям, которые работают целенаправленно с штатом водителей и кондукторов. Ну а по отдельным перевозчикам уже сегодня составлен материал административный, и также будут направлены материалы в суд. Рейд показывает, что практически во всех транспортных средствах водитель и пассажиры в масках. Проверяющие делают замечания тем, у кого маска надета неправильно, то есть не закрывает полностью рот и нос. У некоторых граждан подобные замечания вызывают неординарную реакцию. Что вам от меня надо? Чтобы вы были в маске в транспорте. Ну, я чтобы в маске правильно как-то ее носили. Вам делали замечания, можно же было сделать. Я ее одел, но я ему вот так вот сказал. И обратно одел. Что за глупости? Вот понятно, что вы там штрафы собираете. И что? Я не собираю штрафы. Ну а что вы делаете? Ваше здоровье обеспечиваю. Ваше личное. Да, успокойтесь, это смешно. Вы третий раз мне сказали, успокойся. Свое здоровье я как бы за свое. Все, давайте не будем переходить на личности. Протокол в таком случае не составляется, так как у полицейских нет обоснованных полномочий. Ведь маска не отсутствовала вообще. Ну категорически против вообще таких мероприятий. Поэтому этот казус и произошел. А почему вы против таких мероприятий? Ну, у меня есть на этот счет свое мнение. То есть я считаю, что это бессмысленная вообще вот эта процедура ношения маски. Это такая глупость. Маска на мне только потому, что вот этот человек просто заскочил в маршрутку, начал там, во-первых, начал до девушки докопался, что она без маски. Я не знаю, там она школьница или кто. Как говорят уполномоченные лица, за несовершеннолетних, находящихся в транспорте без маски, ответственность ложится на родителей, которые также могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Сколько лет? Если бы вы могли заразить кого-то, сами заразить. Лет. Вы даже достигли возраста совершения административного привлечения к административному правонарушению. На будущее носите маски, иначе будет на вас отделяться административный приказ. Как говорит руководитель отдела транспорта Бердской администрации, местные рейды с участием полиции и Роспотребнадзора в последнее время проводятся почти ежедневно и в разное время. Хочется отметить как положительную динамику, что хотя бы проверки такие внеплановые, плановые, постоянные дают о себе знать. Процент пассажиров уже составляет 86%, в то время как ранее эта цифра была значительно меньше, люди не соблюдали. В течение двух недель составлено около 10 протоколов об административной ответственности на физических лиц, включая пассажиров и водителей общественного транспорта. Для юридических лиц, организаций перевозчиков предусмотрены более серьезные меры ответственности. Были подготовлены 7 административных материалов. Все перевозчики были вызваны в Министерство транспорта для дачи объяснений и составления материалов. Помимо этого, у нас прошло на прошлой неделе 2 совещания с перевозчиками маршрутов, с бригадирами маршрута, на котором людям постарались донести, все-таки это их зона ответственности. В связи с тем, что коронавирусная ситуация усугубляется, городской администрации уведомляют, проверочные рейды будут продолжаться в постоянном режиме и не только в общественном транспорте.